Химках отпраздновали День гражданской обороны. Сегодня в Главном управлении МЧС по Московской области чествовали ветеранов службы. У нас стало доброй традицией по решению командования главка приглашать именно ветеранов, именно тех людей, которые отдали долгие годы своей жизни, долгие годы работали в стенах Главного управления МЧС России по Московской области. Стало доброй традицией их приглашать, чтобы они поделились с нами опытом, как было раньше. Мы можем им показать, что происходит сейчас, насколько, будем так говорить, выросла система гражданской обороны. Для гостей праздника провели экскурсию. Техника, личный состав именно здесь предупреждают и защищают население от природных катаклизмов и техногенных аварий. Ветеранам гражданской обороны вручили награды, почетные грамоты и дипломы, а после поздравили праздничным концертом. Также в рамках мероприятия прошла церемония посвящения в кадеты, учащихся первого класса МЧС «Юный спасатель». Свято блюсти свою честь, честь класса, школы и честь звания российского кадета. Приём!